В Конгресс-центре особой экономической зоны Технополис Москва 31 марта состоялось открытое обсуждение вопросов развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры в России. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации развития электромобильного, беспилотного подключенного транспорта и инфраструктуры, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, генеральный директор «Совалмаш» Игорь Николаевич Яковлев также выступил в рамках мероприятия и рассказал о компании «Совалмаш», технологии совмещенных омоток «Славянка» и об электротранспорте, модернизированном с применением этой технологии. Приятного просмотра!